Потому что мы за свободу Навального и за права и свободы человека Российской Федерации. Если на сегодняшний день осудили Навального, это значит, что в нашей стране вообще не существует закон. И как бы, это может коснуться и меня в любой день. Я отстаиваю права и свободы себя как гражданина Российской Федерации. Вот все будут.